Всем приветик, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в South Park. South Park, Stick of Truth. Что ж, и закончили мы на том, что избавились от самого надоедливого персонажа вообще в этой вселенной, наверное. Это Эл Гор, чувак, помешанный на чела-медведя-свиньи и постом президента. Ну, так или иначе, в общем, да, мы от него избавились. А сейчас мы продолжаем двигаться по основной сюжетной линии, и в данный момент, как вы можете заметить, я уже переоделся под стать, как нам нужно. И нам нужно вот сюда. А, черт. Анальный зонт вылез. Ну, бывает. Такое бывает иногда. Так. Бомжов тут нету, случайно? Чуваки, тут бомжи не проходили? Нет? О, черт. Ну чё, кажется, вы немножко чем-то похожи на меня, не правда ли? Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on, let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. А боже, да я и так выгляжу, как вы. Я тебя дрять. You're not goth. Where are your cigarettes? Fuck off. Понятно, сигареты купить надо. Блин, я думал, нужно просто надеть этот долбанный парик черный и подкрасить эти глаза, и все будет нормально, но нет же! Оказалось, все гораздо сложнее, падла. Ну что ж, тогда давайте искать, где купить. Господи, это сколько там всего? Купи готичную шляпу и надень ее. Купи пару готичных перчаток и надень их. Купи готичный прикид и надень его. А то, что я, блин, глаза подгрязил, блин, и похож на дикого и моря, этого не считается, что ли? Ну и ладно, блин. Тогда вернемся в наш привычный исходный вид. Будь оно неладно. А то я уже соскучился по нашему брутальному чуваку. Во! Все. Уважай мою власть, падла! Трубой тебя по башке! Законспирироваться не получилось, значит, будем работать по-другому. Итак, нужны сигареты, перчатки, еще всякая хрень. А вы что смотрите? А, нет, я передух, отфану. Насрал им прямо там под нос. Ух ты. Да ты чё? Да, я только что понял, что я разделся полностью. И по хардкору сейчас буду с ними биться. Ну ничего страшного. И не такое. Переживали. Славненько. Итак, забьем сначала вот этого вот. Добавала. Вот так. Даже не успела вспышка произойти, я так синхронно управляю своим персонажем, что это просто невероятные чудеса. Но тем не менее. Ну что, путу мадре, бастардо! Супер-пупер защита! Блин, обожаю, это самый, наверное, полезный баф у этого Баттерса, что он просто офигенен. Так, ладно, понял. Черт. Замедление. Давай, нападай. Уверен? Да похрен вообще. Бронированный. А чёрт, отсечка. Ладненько. Так, Баттерс, ты же знаешь, что делать. Дай-ка мне водички попить. Водички мне, да. А похмелиться, блин! У меня лазерная винтовка. Вообще обалденная вещь. Ау, мать твою! Так, ладно, броня начинает спадать. Значит, веселье начинает заканчиваться. А, так, подхилим. Yeah, that's it, little buddy. Little buddy.
Так, стоит он там, ладно. Он, по-моему, сейчас отражение мне даст. А, нет. Нормально. Две защиты сняли. Добротно. Ауч. Ты меня паскуда, тварь. Так, вы задолбали, короче. Так, а ты чё стал, наверное, ляком обратно, я тебе обещаю, вставать ты не захочешь. Так, где-то тут было кофе, надо будет с Элли в кафетерий сходить. Какашку. Какашку, наверное, у меня гомница. Просто схавай говна. Так, дальше. А его же, короче, сейчас. Надеюсь, он не ударит меня больно. В ответку получай. А, черт, падла. Ты поплатишься за то, что сделаешь. Я сейчас и забью еще. О, фигурка Терренса. Так. А что ты можешь уже сдохнуть? Ничего страшного, не будет. Можешь уже лечь, Макс. Роллплейщик, блин. Так, хотя, ну-ка. Добей его! Финиш им! По красоте! Тю-дю-дюн-тюн-тюн-тюн! Вот будете знать, как связываться со мной, мать вашу! Козлы! Уважаемые владельцы! Ублюдки! О! Да-да-да! Это... Вот так! Не-не-не. Во! Я не понял. Во! Другое дело. Так, дабстеп парик. Дабстеп парик, ни хрена себе. Борода на подбородке. Эликсир маны. Эликсир маны. Нашивка дэвилянт. Здравствуйте. Славненько. Так, а что это у нас за дом? А, закрыто, ну ладно. Так, куда нам надо? Где мы есть и куда нам нужно? Нам нужно вот туда. В видимости. Прям восклицательный знак вот так вот намекает, что нам нужно сюда. Мышь. Новое сообщение от пользователя мистер Хэнки. Говно умеет писать в Фейсбуке. Oh shit. Невероятная история. Так, так, мой муж до сих пор думает, что я ему верна. Нормально, да? Дорогая, это публичный пост, все его видят. Прекрасно, я рада, что все теперь знают, потому что меня достало жить, будто я в заточении. Хауди-хоу, не забывай, Рождество на носу. Я попрошу у Санты нового мужа, у которого не обмекает, когда жена говорит ему непристойности. Дорогая, ну мы же обсуждали это, ты правда ужасно, ужасные мерзости говорила. По крайней мере, я, мать твою, стараюсь, и кроме меня это нахрен никому не нужно. Короче, постоянно эти семейные разборки. О, боже, кому они нужны? Идеальная атака поражает цель и противника за ней. Добавляет 20% урона при идеальной атаке. А, прикольно, надо будет уже до 11. Прикольная вещь у меня в инвентаре. Так, слышишь? Это замечательно, потому что мне нужно от тебя. Вот это. Все. Дальше. Имидж. Это я все уже купил. Подождала. Так, секундочку. Это купить, да? Потребляющие. Ага. Возьму, пожалуй. $400, мать вашу, это вам не хухры-мухры, или в тапки срать, и шубу в тусы не заправлять. Хуе! $400 парень заработал за двое суток, понимаешь, тетка? Выходи за меня! Я тебя обеспечу. Я обеспечу всю семью. Так, и ты чего? А, погоди, нет. Смотри. Так, мне нужен... Так, это что за редкая смесь поможет тебе бить врага снова и снова? А мне интересно, я вот этих вот наберу. 8 штук, я думаю, хватит. Сильная обжарка от братьев Твик. А, это насыщенная кофейня. Ладно. Так, что она делает? Еще раз. Смесь заполнит всю пустоту твоей души.
пораженную существование всех этих тупых хипстеров. Не до конца понимаю, что это имеется в виду, но да, ладно. Сильная обжарка против элемент задачи. А, это элемент задачи было, я набрал-то, чтоб тебя. С ума сойти! Ну ладно, пойдем. Именно это сюда нам и привело то. Так, купи готичный прикид и надень его. Ну давайте, ладно, хрен с вами. Шляпа Гота. Ой, чё, господи! Слушайте, это ж прям как я выгляжу в реале. О боже, что мне теперь делать? Так как мне теперь с этим жить? Это какой, 5-й уровень? О, черт возьми, слушайте, это 5-й уровень, это крутой прикид. Так, так, положите в инвентарь. Ага. Вот, наносит на... Отлично. Так, дальше. 5-5-5-5-5. Слушайте, это действительно прикид. Все отстоит даже этот костюм. Блин, у него даже 2 слота, вы понимаете? Это настолько крутой костюм, что у него даже 2 слота. Ой, секундочку. На, изменить. Положите инвентарь. Зап. Обед. Изменить. Так, что? А, да, хорошо. Так, дальше. Что тут еще есть такое? На 5 урона больше. Атаки дальние. Ага. Так, добавляю 15 брони, снижаю урон от атак противника. Нормально. Вот. А, я понял. А, добавление финального. Ага. Каждая атака высосы все сделают свою цель. Отлично, все. Хорошо, хорошо. Блин, класс, класс. Так, изменить. А, дальше, что мы имеем? Что-нибудь такое. Во. Вот именно это нам и надо. Слушайте, крутой, крутой мы теперь вообще прям обалдеть. Осталось только бороду какую-нибудь такую. Нет, пофиг. Борода. Борода это немножко не... Hey, there he is. New kid. Опа. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly, or you can fight. But I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Чуваки, да я вообще Эмма. А, ну продолжай, драка это потеря времени, ты можешь отказаться от драки и присоединиться к нам. Лоу, нифига себе, вы серьезно? Тут настолько выбор такой прям. Ну давайте присоединимся к эльфам. You chose wisely, new kid. Come with us. Интересно даже, что сейчас произойдет. Alien Kingdom. И до меня только что доперло, оказывается, где все это время был Кайл. So, you're the new kid everyone is talking about. Yeah, fuck, я так и думал. He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. И Стэн с ним, офигеть. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Уровень. I am sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Стэн теперь с нами ходит. Офигеть, офигеть, ребята. Вот это поворот вообще. Слушайте, тут же получается будет. Ну я вот лично не знаю, но по-моему получается, что таким образом, что есть несколько концовок в этой игре. Это, знаете, это вот мне напоминает, опять же, ту же Игру Престолов, только посмотрите на этот трон. Ну ладно, неважно. Стэн. А, так вот, я-то думал, с какого хрена вот тут вот, в группе, прямо отчетливо видно, что вот есть Джимми и Стэн. Теперь все понятно. Я все понял. И вообще 6 персонажей, да, получается, которые с нами могут двигать.
В общем, мы выбираем любую сторону. Ой, боже. Так, надо почитать твиттер. На багаже ничего не написали. Твиттер, в смысле, ну да. Ладно. Ой, ребят, что-то мы, походу, сейчас напортачили. А давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас тематично... А чё, нет, красить нельзя. Я бы сейчас в зелёный перекрасился. А чё такое? Кто такой? The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Новое задание. King Forest Keep Out. Ага, славно. Так, а то у нас чё? Блин, обалдеть, вот как меняется, слушайте, ситуация в игре, я разбил, нахуй. А, вот, Тимми, все. Новый запрос, друзья, слава. А я-то думал, где последний флаг этот? Где мы вообще находимся? Вон оно, где мы находимся. Слушайте, это недалеко. Вообще недалеко, получается, они друг с другом рядом живут. Ну ладно. Здорово. Есть чё? Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Славно. Вот ты славно. Так, ледок эльфа. Рекурсивный лук. О-о-о. Вот оказывается, куда мои деньги-то сейчас уйдут. Удар четверной мощности. Прикольно. Пожалуй, возьму. Слушайте, я раз мы у меня уже просто гортань переваривается тут же. Если мы играем за эльфов, то теперь нам не нужны поджигающие снаряды, так как это было оружие в основном только против эльфов. Типа у них уязвимость к огню. Я понял. Так, клинок мародера. Наконец-то, блин, можно что-нибудь приличное купить. Я уже только из-за этого рад, что к эльфам попал. Вот так вот. Я отказался от преданности Картману. Мне как-то ребята эти больше симпатизируют. Блин, единственное, что меня опечаливает... Так, это все заберем. Что Баттерса рядом не будет. Вот. То есть я с ним как-то уже так сработался хорошо, что мне надо будет привыкать полностью к новому товарищу какому-нибудь там. Стэн. Ну, Стэн, это я вам скажу, весьма колоритный персонаж. Весьма... Блин, прикольно, проработали ребята игру. Вообще. Купить. А, вот продать, кстати, надо будет оружие тоже. Это фуфел. Это тоже фуфел. Так, это вообще дерьмо, это тоже дерьмо. Так, дальше, что нам снаряжение надо продать. Перчатки. Продать, продать. Так, это пока сохраним. Сохраним. Противогаз. Ну, ладно, продадим. Костюм пришельца. Дошло оно. Майку свою не продам ни за что. И вот эту шапочку из фольги. Так, пока что это все оставим. Так, потребляемые. Потреблять. Это надо набрать. Ой, это подождите. Я... А, купил уже, я буду, да? Да, купил. Все, нормально. Джейсон. Новый запрос на добавление друзья. Джейсон. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Нифига себе у вас тут. Ну тут более-менее так все красивенько, миленько и прям типа природа, все дела. Мило выглядит. Баттерс видел, как я их предал. Без шуток. Dude, did you shit your pants? Ну, бывает. Привыкайте ко мне, я такой. Эльфийское королевство. Так, кстати, способности.
Так, о, доступно, да. Так, забрасываем. Увеличивает урон наносимый в каждой бомбой вонючкой. Давайте пока вообще ничего не будем. А, ну хотя вот это вот раскачаем до талого. Приоритет такой сделаем. Пока что все, бонусные очки. Сейчас один друг. Можно тут какого-нибудь еще одного друга найти. Быстренько так. Как можно быстрее. Блин, и получается, что я и задание это про готов особо и не довыполнил. Не уж. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Flute, понятно. Флейту ему не надо. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. С великаншей? Что с ума сошел? Что нахрен великанша? Хорошо, так, мы сейчас немножко... Медь! Тебе! Поговорите с... Ну, к Стэну. Ё-моё, а чё Стэн такой огромный? А, фу, блин. Вот это визуальный обман сейчас был. Так, давайте все пошарим. Целебный эликсир. Лобковые волосы какого-то хрена на кухне делают. Целебный эликсир. Так, уровень... Кубик льда. Кстати. Нет, это не это я хотел сделать. Вот что я хотел сделать. Угу. Положить инвентарь. Изменить. Так, что мы сюда добавим? Вот новая штука. Добавляет 25 ледяного урона при идеальной атаке. Найс. Так, дальше. Добавляет урона при идеальной атаке. Пойдет. Ой, немножко не так. А, и лед, и огонь. Не огнем, и льдом. Не будем иметь в виду. Угу. Дальше нам нужно оружие ближнего боя, которое мы купили. Кстати, получается, что... Так, секунду. Не понял. Это суперсерьезный предмет. Суперсерьезность. Это оружие помогает предотвратить глобальное потепление. Суперсерьезная клюшка, я только сейчас понял. Острота добавляет транспознание при идеальной атаке. То есть от нее только вот одно слово, суперсерьезное, да? То есть как практического применения у них особо ничего нету. Хорошо, я понял. Шестой, вот восьмой уровень. Со света. Так, ага, хорошо. Вампирическая такая, смотрите, вид вообще классный, мне нравится. Терренс и Филипп на каждом, о, дрейдл, еврейские эти штучки. В каждом доме, блин, этот Терренс работает, заколебали. Кстати, нужен паспорт в Канаду. Я же долбанный вор. Что-то я там забрал. Сломал. И пойду как оху выдавлю. Просто. Срочно надо. Слушай, нужно повысить. Спичку зажигай. Не получилось. Не получилось. Ладно. Нужно привести себя в порядок. После того, что произошло. Черт. Черт возьми. Черт возьми. Вот это поворот. Судьбы. Фу, все. Я спокоен. Что-то там подбираю потихоньку. Фу. Так, что у нас здесь? Добрый вечер. Я Бом Флетчер. Что это за изменения? Как можно помнить, родители Кайла ключ от гаража Брафовски. О, отлично. Родители Кайла постоянно прик варварши. Варварши. Вау, слушайте, прикольный бэйк. А потом как-нибудь одеть. Женского персонажа надо будет все-таки потом сделать.
Хорошо, что это все обусловлено роллплеем, иначе это было бы странно из мальчика девочку делать, а так, в принципе, типа, как вот Кенни девочку. Так я не договорил! А что я хотел сказать? Я забыл. Так, возвращаемся обратно. А, да, родители. Родители Кайла весьма такие, типа, все из себя правильные, постоянно борются за какие-то правильные права, там, знаете, самые, наверное, правильные персонажи в сериале. Кстати, знаете, что сейчас произошло? Вы никогда не встречали такую интересную вещь для себя, что вы заходите, допустим, на кухню и думаете, а зачем я, блин, на кухню зашел вообще, да? Что я здесь забыл? И возвращаетесь обратно в комнату. А когда возвращаетесь, сразу же вспоминаете, что хотели на кухне сделать, и потом уже идете обратно. А вообще в психологии это объяснено следующим, что на подсознании наш мозг начинает воспринимать информацию в определенных зонах. Допустим, у него есть, скажем, часть мыслительных процессах в одной комнате, переключаясь на другую комнату, идти, пока вы куда идете в другую комнату, процесс меняется. I guess that's cool. Трусы еще один нашел. Я уже знаю, где постоянно эти трусы. Ничего особенного, ничего приметного. Блин, я застрял где-то с гитарой в гитаре. В общем, я надеюсь, вы меня поняли. Так, а что еще тут есть? Так, которым кусок плаща, фигурка Киборга Билла, руководство для евреев, скаутов. А, да, точно, это же там у них скаутская своя тема есть у евреев. И бог еврейский, наверное. И вот он, кстати, тоже светанут по-любому здесь в игре. Блин, по-моему, в эту игру запихали все, что было вообще в сериале, от и до. И просто абсолютно все запихали. Привет. Ты же типа как бы в инвизабилити здесь. Или как это назвать? Ты же мне сказать, ничего хочешь? Я же за эльфов, мать твою. Ладно. Стэн прикольный выглядит. Так, кстати, а что он умеет? Вот что меня интересует. А, и Джимми мы можем вызвать, если что. Понятненько. Стэн идет по пути воина, полагаясь на остроту своего ума и меча. Верного спутника Стэна, Спарки, можно вызвать на подмогу во время боя или скомандовать ему подписать на некоторые препятствия. Понятно. Метка смерти. Стэн направляет свою лазерную указку рейнджера в пах противника, и Спарки несется в атаку. Прикольно. Диск мощи. Стэн запускает смертоносный диск во врага. Диск может поражать несколько врагов одного за другим. Удобно. Ураганный слэш. Вращающийся меч Стэна наносит повреждения нескольким врагам. Короче, АУЕ весьма такой. Путь меча. Стэн высвобождает своего внутреннего героя боевиков и осыпает врага шквалом ударов. Ха, понятно. Я все понял. Уникальные персонажи своего рода. Ой, пойдемте в гости зайдем. Наверное, нас сейчас покарают. За всю боль. Я думаю, я просто чё. Привет. Так, слушай, такое дело. I've received word from a Twitter raven that the elves are claiming they don't have the stick. That's exactly what sneaky little Jew elves would say. If they act like they don't have the stick, then we can't take it. God, I fucking hate them! Ладно, ты так, не сокрушайся сильно. What you... You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick... А. В общем, несмотря на все наши разногласия, что якобы я уже за эльфов, я могу продолжать возвращаться в Купа Кип, и разговаривать с Картманом дальше. То есть как-то непонятно, что происходит. Ну и ладно. Итак, задание. Что мы делаем? Завербуй готов. Так, проблема бездомных. Я не понял, а особо магические песни? Вообще особо ничего не изменилось. Я как должен завербовать готов, так и должен дальше их завербовать. Ладно, хорошо, no problem. Дальше что нам нужно?
Купи готичную шляпу и надень ее. Дело так, найти пачку сигарет где-нибудь в Южном парке. Хорошо. И где мы можем найти пачку сигарет? Пачку сигарет. Бар. Точно, в баре должно быть. В баре можно найти пачку сигарет. Так. Хотя погодите. Ага. Наверное, все-таки как-то можно. Кстати, сюда вот надо быстренько сгонять. Я так и не пооткрывал эти как они, возможности. Сити. Надо поговорить с этим китайцем, чтобы он мне помогал. Вызови меня сегодня, понятно. Вызови. Ой, какие-то мы, знаете, нейтральные сейчас вообще. Всю башку из буйных. Из буйных именно что. Так, найти пачку себе. А, ну да, все правильно. Ха-ха! Режущий удар! Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Get lost, kid. We're trying to smoke here. Ой, господи. Школота. Ну-ка идите сюда, я сам разберу. Take your stupid hair and leave. Fresh meat for my trusty wolf companion. Свежее мясо для моего волка. Ну что, мать вашу. Давайте поговорим. I got all the time in the world, bitch. Мне нужны ваши сигареты. Мотоцикл. Следующий. Мать твою. Так, меч Стэна. Ну-ка давайте посмотрим метка смерти. Что это такое вообще? Kill. Защита хромает. А, ну просто защиту ослабляет. Понятненько. Так, способности. Диск. Ну, давайте посмотрим вот эту штуку. Ой, блин, не прочитал, как пользоваться. Ну, ладно. А, в принципе, я понял. Эй! What the fuck are you doing, man? Блин, лук такой. Ха-ха, прикольно, кстати, отсылка, о май гад. Они убили Кенни. О май гад, мы убили врагов. Зажигалка Зиппа. Ух ты, нифига. Так, мне нужны ваши сигареты. Блин, есть. Я так полагаю, мы уже их получили, да? Ага, получили. Славно. Теперь нам нужно двигать в школу. Ну, пойдем. Пришли и избили старшеклассников, как ни в чем не бывало. То есть мы настолько круты, что просто пошли и избили в темной подворотне злобанных старшеклассников. Ну ладно. Эй, мафаку! Что ты теперь скажешь на это? Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Господи, эти все типа не такой, как все. Понятно. Кстати, была серия, где Стэн тоже к ним присоединился, тоже был готом. Черную шапку, тоже челка, там все дела. Типа его там девушка бросила. А еще они танцуют прикольно, типа вот. Как-то так вот. Ну блин, я так хрен покажешь, но... Так, собрание, да?
школьное собрание. Тут целых два задания ходят на крупную дичь. Джимбо воспользуется бутылочкой медицинского спирта, чтобы... Тут, кстати, вот это задание, да. Чтобы я что-то не могу прочитать до конца. Так. Я уже читал, помнится мне это. Спирт, чтобы выманить и убить микробов-мутантов. Это вообще где, как, и про что? Can you keep a secret? Neither can I. Кажется, я понял. Сейчас посмотрим. По-моему, это вот здесь. Мутанты. Сори. Так. А как воспользоваться бутылкой медицинского спирта-то, лол? Ну, я помню, у нас была бутылка. Go conform somewhere else, kid. Are your hobbit ears failing you? I gave you your quest. Go take the picture, jerk. Go about your questing, hobbit boy. We are all dying from the moment we are born. Ни хрена себе. Ладно. Enjoy your popularity and 1.9 children and your 401k, conformist. You are rotting corpse to me. Интересно, это взрослый человек озвучивает маленького ребенка или это действительно там ребенок? Он просто обрабатывает звук так. Да. Каких нахрен микробов, мутантов? Чё за бред? Так, находки... Задание, вот оно, вот. Медицинский спирт. Зараза. Канадское блюдо. Путин. Медицинский спирт. Как его и куда засунуть-то, блин? В какую жопу? Я ж, блин, Dragonborn, бич. И музыка там постоянно такая. Веселая, блин. Wait a minute. Ладно, короче, пока что отставить. Хотя вот что-то тут такое есть. Где микробы-убийцы? Покажите мне их. Собака. Hey, new kid. Get your gross ass out of here. Не работает. Новое сообщение от пользователя мисс Хэнки. Рождественская вот дерьма. Чувак, что ты ел? Так, слушай, если толкаешь таблетки, ты мне скажи, какие? Мне без разницы. Какая-то вообще сорвиголова. Тимми написал. Тимми! Хауди хо. If you ever want some work done on your nose, see... Oh my God! Да пошла ты!